Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Запишите слова «время», «стремя» в форме дательного и предложного падежа единственного числа и обозначьте в них указанную орфограмму. К племени. Чему? К племени. Существительное дательного падежа на «мя», окончание «и». Предложный. Существительное на «мя». Думаю о племени. Окончание «и». Время. Существительное на «мя». Ко времени. Окончание «и». О чем? О времени. Существительное на «мя». Окончание «и». Стремя. Существительное на «мя». Это слова исключения. К чему? К стремени. Дательный падеж. Окончание «и». Думаю о стремени. Стремя. Предложный падеж, о стремени, окончание «и». Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на наш канал. Есть предложения и пожелания, оставляй в комментариях. Со всеми прощаюсь, до следующего видео.